вас приветствую на своей кухне. Сегодня мы будем готовить очень вкусные фрикадельки в овощном соусе. Для этих фрикаделек я взяла фарш из свинины пополам с курицей. К фаршу я добавляю соль и специи. У меня зира и черный молотый перец. А также я всегда в фарш добавляю мелко натертый лук для сочности. Нужно все тщательно вымесить. Теперь из фарша влажными руками мне нужно сформировать фрикадельки. Овощи для соуса нужно очистить и мелко нарезать. Вначале я обжариваю на растительном масле лук и морковь. Когда морковь подзолотилась вместе с луком, я выкладываю перец. Немного прогреваю и добавляю баклажаны. Баклажаны я не обдавала солью. Они не горькие, это на ваше усмотрение. И также обжариваю. После того, как овощи обжарились, я добавляю помидоры и немного воды. Даю смеси немножко протомиться. Высыпаю петрушку, чеснок и перец чили. А также добавляю соль и сахар по вкусу. Наша смесь немного прокипит и можно пробивать блендером. Овощи мы пробиваем до состояния однородности и можно выкладывать фрикадельки. Даем протушиться фрикаделькам до готовности. Наши фрикадельки тушились около часа. Получились очень нежные, ароматные, с густым соусом. Это яркое блюдо можно подавать с картофелем, с рисом, с любым гарниром. Приготовьте вместе со мной. Порадуйте своих близких. И приятного всем аппетита!